Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Розе, и на этой неделе в Epic Game World True Learn. Вы играете за специалиста по нейросетям и машинному обучению, но ваш код справляется с работой лучше. Теперь придется решать головоломки. Чтобы сконструировать переводчик с кошачьего, заработайте денег, купите кошачьих нарядов и узнайте, как же обучаются машины. Игра — это головоломка-симулятор, посвященная еще более головоломным вещам, машинному обучению и нейросетям, искусственному интеллекту, большим данным, а также ИИ. Но главным образом эта игра о том, как понять кота. И что курили разработчики, я тоже знаю. В этой игре вы окажетесь в роли программиста, который неожиданно узнал, что его код гораздо лучше разбирается в компьютерах, чем он сам, но при этом не очень разбирается в человеческом языке. Теперь этот программист, то есть вы, должны всесторонне освоить машинное обучение и с помощью визуального программирования создать систему переводчик с кошачьего на человеческий. Итак, пару слов от себя. Думаю, игра зайдет детям до 10 лет, потому что я уже дылда большая и не верю всяких котов-хакеров. Так, ладно. Всем хорошего настроения и до новых встреч. Ставьте лайкосы, подписывайтесь на канал, если вам полезна информация. Всем пока.